Келикел. Завод, основанный в 1957 году в промышленной столице Турции, городе Конья. Продукция завода – оборудование для животноводства, а флагманским продуктом завода являются смесители-кормораздатчики. Известны не только по всей Турции, но и далеко за ее пределами, вертикальные и горизонтальные кормосмесители Келикел являются образцом надежности и эффективности. Высокопрочная европейская сталь СТ-52 толщиной до 20 мм лежит в основе конструкции всех машин Келикел. Богатая комплектация, широкие возможности для конфигурации машин под нужды любого хозяйства являются отличительной особенностью миксеров Келикел. Келикел регулярно работает с проблемами и потребностями фермеров, поэтому в своих миксерах использует передовые решения. Звездообразные ножи для лучшей резки, выгрузные транспортеры длиной от 60 до 350 см, широкие колеса для лучшей проходимости, рамная конструкция и многое другое. Все это – кормораздатчики Келикел. Келикел – выбор профессионала.